Традиційно починаємо з води і запрошую до слова пана Андрія Єлькіна, який є директором Запорізької міської екологічної громадської організації «Мама 86 Запоріжжя» щодо директиви про питну воду. Прошу, пане Андрію. Продовжимо наше безнадіжне діло. Значить, ну, во-первых, я хочу сказать, что наша организация профессионально, системно занимается вопросами воды. Это один из основных направлений деятельности Всеукраинской экологической общественной организации «Мама-86». Значит, на данном этапе мы отслеживаем все процессы, которые касаются, значит, ну, соглашения об ассоциации, выполнения всех директив. И в частности, в первую очередь мы обращаем внимание на такие документы, как протокол о воде и здоровье, и, конечно, водная директива Европейского Союза. Значит, обратите внимание на даты, которые здесь обозначены. Так, например, вот, если говорить о протоколе о воде и здоровье, то Украина подписала еще в 1999 году, ратифицировала в 2003 году. Вот в 2011 году уже так называемые национальные целевые показатели и 30 индикаторов протокола. Все это уже давно всем известно и имеет место. С 2014 года мы подписали, вступило в силу соглашение об ассоциации, и уже есть как бы 4 года подряд тот план графика, о котором сегодня говорили выступающие, и совершенно справедливо было отмечено, что мы по многим этим датам, по многим этим, по этому графику значительно отстают. Значит, существуют, наверное, какие-то серьезные проблемы, которые мы и вот на сегодняшнем круглом столе, и постоянно пытаемся понять, в чем их суть и в чем они заключаются. Следующее. Опять же, вот мы видим даты. 2002 год Международная комиссия по экологическим, социальным и культурным правам утвердила комментарии о праве на воду как обязательной составляющей права человека на жизнь и здоровье. 2010 год Генеральная Ассамблея ООН и Совет ООН по правам человека утвердили резолюцию, где указано, что право на безопасную питьевую воду и санитарию является производным права на адекватный жизненный уровень и неразрывно связано с правом на достижимый стандарт физического и умственного здоровья, так же как право на жизнь и человеческое достоинство. И вот, значит, понятно, что сегодня и мы в нашем регионе, и вообще на уровне государственном, мы стремимся в Запорожской области, когда говорим о качестве питьевой воды, о доступе к воде, о равном праве на воду и санитарию, мы видим с вами, что основные как бы, наши цели – это принцип достаточности, принцип достижимости и, конечно, тоже сегодня говорили правильно, информационной доступности. Ну, я не буду все это повторять, для именно воды, для водоснабжения, водоотведения, тех задач, которые стоят сегодня перед всеми заинтересованными сторонами, перед всеми стейкхолдерами, они уже озвучивались и всем известны. Следующее. Ну вот что конкретно делает наша организация, и может быть наш опыт действительно можно как позитив рассматривать, почему? Потому что все-таки общественность может что-то делать в контексте решения задач экологической части соглашения. Ну в частности в нашем проекте за обеспечение ревного права на воду и санитарию мы целый ряд линий реализовали. В частности вот провели ситуационный анализ обеспечение равного права на воду и санитарию в Запорожском регионе. Вот этот документ, который мы, кстати, очень доступен в интернете, презентовали на многих мероприятиях. Это один из инструментов, который как бы, на любом региональном уровне, я думаю, наша организация в 11 регионах реализовала эту программу. И на сегодняшний день как бы, здесь обозначены все основные проблемы, трудности, которые есть перед регионом, что касается обеспечения равного права на воду и санитарию в нашей Запорожской области. Общественный мониторинг. То есть мы проводили, благодаря поддержке шведского агентства по международному развитию и сотрудничеству СИДА,
благодаря этой организации и поддержке мы проводили независимый общественный мониторинг качества питьевой воды в определенных точках, в двух районах, в школах, в детских садиках по 23 показателям, ну, сколько мы смогли, мы делали эти. И выяснилось, что в большинстве точек, конечно же, проблемы с качеством питьевой воды. То есть там повышенная окисляемость, там повышенное содержание железа, там другие нарекания были. Делала это эти лабораторные исследования лаборатория санэпидемслужбы областной. Значит, кроме того, очень интересный инструмент, который сегодня активно внедряется в Европейском Союзе, это так называемый план обеспечения безопасности воды. Этот инструмент был разработан и предложен Европейским бюро Всемирной организации здравоохранения. Мы первые, кто в Запорожском регионе реализовали этот инструмент и убедились в его эффективности. Кроме того, как я уже говорил, 11 регионов нашей страны также апробировали этот инструмент. Значит, ну вот на примере местной громады был создан такой план первоочередных и дальнейших мероприятий для того, чтобы минимизировать риски по здоровью, для того, чтобы осуществить определенные мероприятия, которые решают задачи, стоящие перед нами. Тоже накоплен достаточно неплохой у нас опыт информационно-просветительской работы. У нас открытые эти сайты, наполнены они. Вот в течение 3 лет, когда мы работали над этим проектом, там систематически наполнялось. То есть сегодня это все доступно. Любая организация может изучать этот опыт, перенимать его. Мы готовы к сотрудничеству, мы открыты для сотрудничества. Вот. И, конечно же, в рамках данного плана обеспечения безопасности воды мы смогли реализовать первоочередные мероприятия, а именно мы провели тендер, закупили оборудование вот при поддержке СИДа, опять же, и установили его в 2 школах и в 2 детских садиках. То есть, таким образом, это оборудование по дополнительной водоочистке воды позволило минимизировать риски для здоровья 1200 детей и сотрудников этих учебных учреждений. То есть, в принципе, если вот применять эти инструменты, которые разработаны в Европе, то можно решать вопросы и, в частности, на региональном уровне, то, о чем мы сегодня говорим. Так, дальше, значит, какие выводы мы сделали, основные выводы, которые озвучены вот в этом исследовании. То, что равное право на воду и санитарию на сегодняшний день только декларируется, но не прописано в конкретных программах, соответственно, не существует эффективных механизмов его соблюдения. В исследуемый период Запорожье из-за взятия кредитов и повышения тарифов обострились проблемы доступа к водоснабжению и водоотведению. То есть это когда мы говорим именно об этом аспекте равного права на эту базовую ценность для человека, на воду. Далее. Проблема также имеет сугубо экономические причины, мы это все признаем. И сегодня тоже говорили о том, что нужно прежде всего решить эффективность экономической политики, и тогда многое станет доступно, и мы сможем двигаться как-то более-менее эффективно дальше. Ну, и тарифы мы изучали, рассматривали. В целом было у нас порядка 50 запросов на органы власти. Мы благодарны. На все наши запросы были даны ответы в соответствии с законодательством, все это у нас систематизировано и все это обобщено вот именно в этом исследовании. Значит, и некоторые другие аспекты, следующие. То же самое, мы также говорим о том, что государственные региональные программы по улучшению качества питьевого водоснабжения финансируются плохо, а средства расходуются с нарушениями, что отмечает Счетная палата. Проверки фактически запрещены. Вы знаете, что мониторинг на проверке в январе 2018 года продлен. И это как бы очень ключевой вопрос, если говорить о тех рисках и о тех вызовах, которые перед нами стоят. Значит, указываем мы также, что географическое неравенство между сельскими районами и городом
очень существенно, очень острые в Украине. Вот. Тут необходимы, конечно, очень огромные капиталовложения, громаднейшие инвестиции. Запорожская местная власть выделяет достаточно средств на замену трубопроводов. Ну, и это касается лечебных учреждений, и средства на лабораторный контроль качества воды на кране. Евгений Александрович уже ушел, да, нету его. Он бы подтвердил, что это так на самом деле. Следующий вопрос. Ну и отмечаем мы также, что нет практики расчета экономической доступности расходов на водоснабжение, водоотведение. Отмечаем мы, что тарифы не обоснованы в достаточной мере как на законодательном, так и на всех уровнях исполнительной власти органов самоуправления. Необходимо включить национальные целевые показатели протокола о воде и здоровье в государственные программы и стратегические документы по развитию сектора. И право на безопасную воду признано на законодательном уровне в Украине, но что касается права на санитарию, то это пока проблема. Далее. Вот. Также мы отмечаем, ну вот, не хватает ресурсов, квалифицированного персонала, денег, информации о законодательных рамках и технологических возможностях, некомпетентность, ну, скажем там, управление. Продолжается мораторий, я уже сказал. Ну и у нас получается, что вот именно этот мораторий на руку, вот сегодня упоминали, Держпродспоживслужба не готова контролировать качество питьевой воды. И возможно в этом смысле им мораторий, который вот на сегодняшний день действует, на проверке, позапланами и плановой проверке, на руку. Вот. Получается, что у всех у нас такое пессимистическое настроение. И как бы ощущение, что государство как бы самоустранилось. Ну, это не только сейчас мое озвученное мнение, это как бы до меня сейчас люди выступали и говорили похожие вещи. Есть еще что-то? Следующее. Вот. И, конечно, тоже я абсолютно поддерживаю сегодняшних спикеров, что касается доступа к информации, то это громаднейшая проблема сегодняшняя, она не решена, все это прописано во всех директивах, что это один из ключевых вопросов, и большинство официальной статистики в свободном доступе является обобщенной. Вот что касается воды по количеству проб, анализов, но не дает должной обновленной информации о чистоте и территориальном охвате теми же проверками источников централизованного и децентрализированного водоснабжения. Нет надлежащей актуальной информации о качестве и безопасности питьевой воды, качество других вод, там, о заболеваниях, нет информации об отклонении от государственных стандартов качества питьевой воды, территориального распределения таких отклонений, какая часть населения и группы риска подвергается влиянию таких отклонений, ну, причины этих отклонений. То есть, вообще, на самом деле, общественности, таким организациям, как наша, для нас очень важно все эти сведения иметь в таком, ну, как бы, доступном виде, и для того, чтобы мы могли в любой момент удобно, не роясь там, не тратя огромное количество времени не на всякие запросы и так далее, иметь доступ к этой информации. Ну и поэтому, естественно, у нас у общественности традиционно всегда вопросы к, ну, к органам власти. Что знает, например, наша городская администрация и водоканал о директиве по воде вообще, о протоколе о воде и здоровье, об этом инструменте замечательнейшем, в котором мы убедились, в эффективности плана обеспечения безопасности воды, что делается для внедрения ПИНа 2010 года, который годной директивой, кстати, адаптирован к требованиям Европейского Союза. Вот. И вообще, что сделано вот с 2010 года за 8 лет для обеспечения потребителя качественной воды на кране и для информирования потребителя о качестве воды, подаваемой на кране. Ну и вообще об индикаторах. Вообще хотелось бы, конечно, чтобы побольше было таких мероприятий, как сегодня, и чтобы все стороны заинтересованные были в равной степени представлены на таких наших заседаниях. Вот.
Ну, спасибо за внимание. Если есть вопросы.